Уже відчувається запах нового року. Дніпряни активно спустошують полиці в магазинах. Одні поступово закупляються продуктами, інші – в пошуках новорічних прикрас та декору. Треті запасаються новорічними фейерверками та хлопавками. Однак не слід забувати про безпеку. Ходімо дізнаємося в народних експертів, як правильно поводитися з новорічною піротехнікою. Ну, покупали, но сейчас не будем. А почему? Ну, во-первых, это дорого. Ведь деньги на ветер. А вы подскажете, смотри, вы будете покупать на Новый год? Спасибо. Фейерверки? Не, я таким не пользуюсь. Ёлку куплю. Так, подскажите, пожалуйста, фейерверки будете на Новый год брать? Нет. Салюты будете покупать на Новый год? Нет, однозначно нет. Почему? Почему? Потому что не хотим, потому что это дорого и это вредит окружающей среде. Добрый день. Один вопрос про пиротехнику на Новый год. Нет, мы не пользуемся. Фейерверки просто будете покупать на Новый год? Или... Я их никогда не покупала и не покупаю. Зачем? Будете покупать на Новый год фейерверки? Естественно. Знаете правила безопасности? Не сильно. Подпалил это шоу. Я почитаю обязательно. Но подпалил это шоу. Как я пользуюсь? Подпаливаю и отбегаю максимально далеко от него. А где вы покупаете? В профессиональных магазинах или в обычных? Ну, конечно, естественно, только в специализированных точках. Технику безопасности знаете, как соблюдать? Ну, знаем. Мы еще в Советском Союзе технику безопасности сдавали. И поэтому мы знаем, как ее соблюдать. По технике безопасности знаете, как правильно действовать? Ну, я редко пользуюсь, поэтому считаю это, конечно, опасным занятием. Поэтому, думаю, обойдемся без. Во-первых, надо детям до, ну, желательно до 16 вообще без родителей не использовать, а старшие просто, ну, на пьяную голову только на трезвую взрывать. Это самое главное, мне кажется. И вдали от домов. Детям в руки не давать ни в коем случае маленьким. Знаете, как правильно пользоваться такими приспособлениями? Я, честно, я не запускаю такое. Это занимается мужской пол, поэтому только... Только смотрим, наблюдаем. Да, ну, естественно, правила безопасности, конечно, знаю. А скажите, вот вы покупаете фейерверки, салюты в специализированных магазинах или все-таки неважно где? Да, специализированных. То есть мы не заказываем, с интернета не заказываем. Там, допустим, может прийти какие-то бракованные. А так стараемся, да, ответственно к этому подходить. Только из-за того, что очень много случаев, ну, известно о том, что они могут там срабатывать раньше времени и так далее. И могут быть плачевные последствия, поэтому, конечно, мы такое не используем и детям своим не даем. По инструкции все и на расстоянии безопасно поджигали. Но в любом случае в новогоднее время, то есть ближе к праздникам, учащаются все-таки случаи, когда, ну, неправильное обращение с пиротехникой, ну и в том числе, скажем так, наверное, большинство случаев это все-таки дети. Поэтому надо быть внимательным, объяснять, что надо либо пользоваться сертифицированной техникой, пиротехникой, либо же объяснять, что с этим надо быть аккуратным.